Так-так-так, вы, наверное, заметили, что у меня в руках есть какой-то странный предмет. Но на самом деле ничего странного в нем нет, потому что это самые обычные часы, которые называются хронофриз. И если часы так называются, то они могут останавливать время. Просто посмотрите, сейчас абсолютно весь мир Майнкрафта замер. Даже вот эти все штучки. Но вы спросите, Скретч, а нафига тебе вообще эти часы? Дело в том, что, зайдя в свой мир, я обнаружил, что дома Фласки нигде нету. А потом я понял, что она куда-то смылась из деревни, и я сразу же отправился в этот сад. И здесь, посмотрите, ее дом и ее штаны! А это значит, что она там, и у нее, походу, какие-то секреты, раз она переехала. Так, знаете что, давайте-ка мы прямо сейчас, просто пока время остановлено, зайдем, посмотрим, что у нее вообще в доме есть. Ага, так, стоит, не шевелится, даже не дышит. Диванчик, значит, стульчик, лампа. Давайте сделать вечер. Напугаем ее, включим все лампы в доме. Хе-хе-хе. Так, блин, надеюсь, этих частичек не будет тут видно. И я закрою дверь и прослежу за ней. Блин, нельзя подобрать блок. И прослежу за ней через окошко. В принципе, нормально. Запускаем. Господи, какой прекрасный! Что это тут за фигня была, не поняла? Что это тут была за пыль? Мне надо узнать, это Скретчи? Останавливай время срочно! О, так, подождите, она прямо сейчас, походу, бежит за мной, да? Посмотрите на ее ноги, она прямо в процессе бега. Блин, она меня чуть не спалила. Ладно, так, нам нужно что-то делать. Я не могу пользоваться креативами и так далее пока что. Надеюсь, в будущем у меня эта способность откроется, но мне нужно куда-то спрятаться, но чтобы я мог за ней следить. Вот, например, я спрячусь куда-нибудь вот сюда. Да, почему бы нет? И давайте отстопаривать время. Скретчи! Алло, ты куда заныкал? Что это тут? Земля валяется, не пон. Алло, я тебя видела. Ты куда спрятался, жопа сутульная? Я ж тебя найду. Опа, кто это нас за дерево? А что это? Ты что? Привет, Фласка. Хороший день, да? Я вот за деревом пришел. Зачем тебе мое дерево? Это твое дерево? Я думал, это в лесу общее дерево. Не-не-не-не-не, ты не понимаешь, смотри. Возле моего дома, значит, мое. Он? Ладно, Фласка, а вот ты расскажи мне, а ты зачем переехала из деревни? У тебя что, какие-то секретики? А вот если бы ты меня слушал внимательно, ты бы знал, что я просто обожаю розовый цвет. Ты только посмотри, тут вся земля усыпана розовыми лепестками. Это же просто прекрасно, это рай для меня. Ага, понял. О, что это сзади, сзади? Ну ты слушаешь жопой, как всегда, поэтому я обиделась. Останавливаем время. Бегит, бегит. Так, ладно, знаете что, любит она, значит, розовый цвет. Нужно немножечко тут все поменять. Так, я не могу открыть сундук. Ладно, хорошо. Я сломаю кроватки. Сломаю флаги. Вот знаете что, я в этой серии и потроллю Фласку, и попомогаю ей, чтобы она вообще запуталась, что вообще происходит. Так, ну беги, беги, ща-ща-ща, так. И растопариваем время. Я больше с тобой не общаюсь. А что это за туман, ты видал? Какой туман? Не-не-не, Фласк, тебе пока никакого тумана тут не было. Ты что, признавайся, ты изучил тайную магию? Какую тайну? Фласк, да у тебя глюки. Что это было? Тут что-то было, Скретчи. Я докопаюсь до правды. Если ты что-то замышляешь, я на тебя обижусь, понял? И я перееду туда, где ты меня никогда не найдешь. Пока. Да ничего я не замышляю. Скретчи, вандалы, вандалы поломали все в моей квартире. Ты только глянь на это. А ты скажи мне, а зачем тебе столько ламп по дому? А чё ты зашел без стука? Вообще, то я могла переделаться. Куда ты кровати чинила? Ай, да зачем? Я на тебя обиделась. Не заходи ко мне больше никогда. Не понял. Так, останавливаем время. О, подождите. Походу, способность заходить в креатив появилась обратно. Ладно, мы Фласке сейчас подарим немножечко динамита. Правда, я не говорил, в каком виде. Но проверим, успеет ли она отреагировать. Так, активируем. Ой-ой. Итак, ладно, я потом ей подарю вот этот остатки динамита и растопариваем время. Не понял, что это такое. Скретчи! Скретчи! Открывай! Давай поиграем в жареную картоху. В какую жареную? У меня все звуки пропали из Майнкрафта. Давай, 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 давай. Кого-то...
Ты лох. А, Фласка, вообще, чтоб ты не обижалась, я тебе подарок принес. Вот Тинти и огниво. Это так круто. В смысле? Тинти и огниво мне? Да. Дай. Ну, а я тебе сразу скажу, я никак не связан с тем, что Тинти появилась у тебя в доме. Кстати, я об этом даже не задумалась. А действительно, это ты, что ли, его поджег в моем доме? Да в смысле? Ты ж меня, я же с дома вышел. Как тебе не стыдно, на? Восстанавливай теперь дырку. Так, это не я был. А кто? Только ты мне... Нет, погоди, это не может быть совпадением. Ты мне вот только что дал вот это вот Тинти и огниво. И оно у меня подожглось в доме. Не-не-не-не, это как-то связано. На, теперь усыпай все это вот этими лепесточками. Ладно, Фласка, слушай, может с тобой пройдем просто Майнкрафт? Я не хочу проходить Майнкрафт. Ладно, меня долго уговаривать не пришлось. Сейчас я приоденусь, у меня есть заготовки, не подглядывай. Ага, не подглядываю. Останавливаем время. И все звуки тоже замирают. Вот это магия. Дверь работает. Какое-то оно странное, то работает, то не работает. А ну-ка, а что если я сундучки эти куда-нибудь перенесу? Так, и этот сундучок мы тоже перенесем куда-нибудь вот сюда. А на место сундуков поставим, например, землю. Блин, тут Фласка, не могу поставить блок земли. Так, ударим ее. Блин, я ее не могу бить. Ладно, так, отстопариваем время. Не поняла, Скретч, что за... Что такое? А где сундук-то? Только что был тут. Не знаю, блок земли тут какой-то стоит. Так, понятно. Вандалы, Скретч, мой сундук. Так, а ну перетаскивай, помогай. Ага, перетаскиваю. Так, сейчас, Фласка. Вот сюда. Несу, на. Ты же понимаешь, что ты только что спалился? Так нет, у меня земля после взрыва осталась. Да ладно, это пранк. Вот, несу. Че я спалился? С чем я спалился? Несу я твой сундук. Вот, давай, убирай землю. Так, вот. Вставь, вышел. Вышел? Да за что? Не подглядывай. Ладно, не подглядываю. Я готовилась к этому всю свою жизнь. Откуда у тебя такая незеритовая броня? Скретчи поперли. Пяу, кичау, кичау, я готова. А ты не хочешь мне ничего рассказать, откуда ты это надыбала? Ладно, хорошо, для тебя я тоже подготовила. На и на. О, фига себе. Спасибо. Это то, что нужно. Трезубоносец. Трезубоносец. Вилконосец за мной. Стой, Скретчи. Забыла. Слышь, ты посмотри на меня. Незеритовый нагрудник. Незеритовые штаны. Я же настолько крутая. Но ты посмотри на мой дом. Он даже не из незеритовых блоков. Ну или хотя бы из алмазных. Фласка, а что это там? Смотри, звезда летит, падает. Где? Останавливаем время. Хочет дом из алмазов. А я не против. Помочь даже. Берем алмазные блоки. Ща все сделаем. Вот это я понимаю. И Фласка точно не будет обижаться. Главное, чтобы она не начала вдруг резко подозревать меня. О, смотрите, как будто обои какие-то. Красиво выглядит. Так, ладно, сейчас доделаю тут быстренько дом из алмазов. И посмотрим, как... Что это у нее тут? Я уже подумал, подвал какой-то секретный. Что-то это все подозрительно. Но посмотрите, какая красота. Опа! Опа, вот здесь забыл немножечко. Сейчас заменяем. Во-во-во. И возвращаемся. Мы стояли примерно тут. Отстопариваем. Видел? Где? Я не вижу. Где? Так, что ты там про дом говорила? Я говорю дом. Не поняла. Что это за приколы? Скретчи. Чё? Меня походу Джин слышит. Ты посмотри. Чё? Я только сказала про то, что у меня не алмазный дом, и он сделал дом алмазным. А мог бы весь. Жлобяра. Ну все равно неплохо, да? Ну да, слушай, неплохо. Теперь у тебя дом почти весь из алмазов. Так, а чё это вот тут, я не поняла. Алло, Джин, ты чё-то накосячил немного. Так, смотрю назад, и ничего не поменялось. Останавливаем время. Вот чертила. Ей что, вообще весь дом на алмазный заменить, что ли? Ладно, вот так сделаем, хорошо. Заменим по максимуму, чтобы весь вот этот булыжник стал... ну, вроде бы неплохо. Так, отстопариваем время. Я продолжу. Тут... Погоди, Скретчи. Ты видел дым, да, видел дым. Дым появился, и тут блоки появились мгновенно. А вот это вот что вот такое, вот я не понимаю. Он типа, ну, косой, я не знаю, слепой, я без понятия. Ну вот почему вот это он не мог забить? Так, значит, я ему сейчас помечу. Вот эту, значит, надо дырку заложить. Где, что еще? Вот тут вот, почему? Вот тут вот вдоль периметра идет, а вот тут вот не идет.
Я не знаю, плоская. Смешно тебе? Зачем? Джин, ты немножко кривожопик. Сделай, плиз, по-нормальному. Останавливаем время. Хочет по-нормальному, да? Хочет? Я понял. Я вообще весь дом на алмазы заменю. И все весь пол заменю. На какой-нибудь вот тот черешневый будет алмазный. И стекла голубые вставлю. Сейчас я тут все сделаю. Что-то быкует на меня. Ну хорошо, сейчас. Подождите секундочку. Это было сложно, но я переделал весь дом. Вот если ее сейчас не устроит, это будет просто капец. Возвращаем. Фласка! Не поняла, что у меня в руках делает? О, дверь. Мой флаг. Я не знаю. Вот это я называю хурумы. Вот это хурумы. Ты посмотри, даже фонарики заменились. Правда, эти почему-то на земле валялись. Слушай, а мне нравится, это выглядит. Выглядит солидно, стильно. Ля, ты посмотри, вот это красота. Я не могу. Вот это я называю, ты сделал по совести, Джин. Вот правда, кровати не розовые. Ну ладно, тоже неплохо. Так, что там хотела дальше? Пошли Майнкрафт проходить, да, все дела. Стой, Фласка, стой. А ты проверь, под кроватью там может что-то другое. Это подарок какой-то спрятан. Так не работает скрыть. Ну проверь, мало ли что. Не-не-не-не-не, Джин, ты лучше это сделай, чтобы вот этот вот мальчик, ну никак лох бегал вот в этом. Хочу ему незеритовый нагрудник, штаны, ботинка и шапка. А еще меч, кирка и топор. А еще хочу себе меч, кирка, топор. Останавливаем время. Хорошо. Хочет незеритовых комплектов побольше. А давайте знаете что? Я сделаю, чтобы они с неба. Главное, случайно часы не удалить, потому что их потом фиг получишь. Вот так вот. И давайте я поскидываю несколько комплектов отсюда. Отсюда ботинки, штанишки. Вот так, вот так, вот так. Вот это я понимаю. Вот прикиньте, в Майнкрафт заходишь, а тут Джин какой-то раскидывается незеритовыми вещами. Красота, лепота. А давайте побольше. О, я думаю, этого хватит. Так, паркуемся и запускаем. Непон. О, смотри, он отсюда появился. О, у меня куча всего, Скретч. Так, на, значит, это тебе. Это тебе, тоже тебе, и тебе, и тебе, и тебе, и тебе. А все остальное мне. Спасибо, Фласка. А лопаты там нет, случаем? Лопаты? А как ты понял? Да, тут есть одна лопата. Да у меня просто есть кирка, топор, а лопаты нету. Но он лопату в единственном экземпляре выдал. Ну ладно, пусть у тебя будет. Все, Фласка, пошли там Майнкрафт проходить, да? Да-да-да-да-да, сейчас я в инвентаре все расставляю. Во, идеально, поперли. Какое красивое. Ой, ёшкин ты кот. А погоди, да я не все подобрала, вот еще есть. Ща-ща-ща-ща. Останавливаем время. Так, она еще сюда не повернулась. Вот, ловушку ей захотелось сделать. Какая тут дырка. Давненько я ловушки не строил. Так, что нам понадобится, правильно? ТНТ, дальше гравий и нажимная плита в цвет земли. Вот как-нибудь, опа. Это 100% сработает. Так, врубаем. Все, пойдем, Скретчи. Пойдем. А вот смотри, вот вопрос. Так. Вот ты стоял, смотрел на меня, и тут вот это, да? А я даже не знаю, что это. То есть ты хотел меня подставить, да? Я? Нет, да. Давай посмотрим, да, стой, подожди, что это у нас. Подожди. А, что это ты сразу? Ай, блин, Скретч, тут дырка. Да я этот, не заметил этой штуки, тут не было. А что это ты сразу скрывать все это начал? А, Скретч, это что, ты? Да нет, я ничего не скрывал. Понятно, вот когда ты взял и закрылся, все стало да понятно. Стой! О, красивая шахта. Да я ни при чем, Фласка, это появилось из ниоткуда, я даже не знал, что это. Подумал, может, на нажимную плиту встанешь, подарок будет. А меня? Ага. Меня забыло. Ладно, на руки иди, подпрыгни. Да подпрыгни, ты тундук. Давай, ставь. Давай, во-во, почти выбрались. Вот, командная работа. Еще раз ты захочешь подставить и что-то подобное сделать под моим домом, я тебе устрою, ты меня услышал? Это точно не я был. Я слежу за тобой, чертила. Пойдем, нас ждет прохождение Майнкрафта. Ура! Ой-ой-ой, стой, Скретчи, постой тут, я сейчас подойду. Ни в коем случае не иди за мной, понял? Не понял, ну ладно, хорошо. Правильно, самое главное это быть послушным мальчиком. Не иди. Не иду, сюда. Не иду, не иду. Я слежу за тобой. Да я стою, стою, не двигаюсь. Ага, чертила, я же увижу, когда ты двинешься. Да я не двигаюсь. Ага. Ладно, все, не иди сюда. Да не иду, не иду. Точно? Да точно, вот могу даже землей закрыться, вот все. Ага. Я тут, вот, закрылся. Ладно. Останавливаем время. Так, ну посмотрим, что там у Фласки за секретики. Нычка по-любому какая-то, 100%. Да и где твоя Чего? Ты кто? Блин, я не могу в него зайти, он что, бедрок продает? Какого фига?
Ладно. Так, я надеюсь, мне Фласка этот момент объяснит. Главное вернуться обратно, отстопорить время обратно, вот. И посмотреть, что она вообще мне скажет, признается или нет. Так, отстопориваем время. Ага! О, привет, Фласка! А ты откуда вышла? Я говорила тебе, не следи, Скретчи, не следи. Куда ты пошел? Ты только мой. Так, подожди, Фласка, а что это за житель? Скретчи, тебя волновать не должно. Если я сказала, тебя не волнует, значит, тебя не волнует. Пойдем отсюда. Я с ним торговалась. Очень полезные предметы. Ой, и что ты купила? Показывай. Я купила вот это. Пойдем. Ну, меньше вопросов, больше дела, Скретчи. Нам надо пройти Майнкрафт.